Давай, давай, давай. Смотри, он кидает просто. А, того пол фигачит. Вот это злой какой-то монстр. На. Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Ванек, Кефирчик, Парадокс, как всегда очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет! Ребята, обновили монстров Хендерсона, будем вместе с вами на них смотреть, немножко воевать и угорать. Если опять и кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Картон Леон. О, это какой-то динозаврик. Не, на льва больше похож или покемона какого-то. А чё ничего не делает? Если его ударить, то он тебя сожрет. Вот я стреляю по нему. Всё, его разозлил. Дурак, что ли? Ого, он психованный. Смотри, смотри, смотри. Так ты хоть меня не трогай. Да-да-да, кто его трогает, того он и дамажит. Да я ж уже... Да я не трогал, ты перепутал. Он раз того раза запомнил мою злость. Да я тут при чем? Вот дурачок. Ты в руку полез. Хорошо. Я, он фиолетовым стал. Ой, его убили. Не-не-не, то я удалил. Давайте дальше проверять. Картон Леон Инсайн. Ого. Это уже злой, кстати. Может, у него есть какие-то фазы там, типа. Дима, вот это которого стал обычного, у него грива немного цвет меняла. С синего на фиолетовый. Наверное, вот это красный в итоге он был бы, да? Да. Красный на всех это злится. Хочу попасть. О! Смотри, ой, случайно убил. Ого, он прыгает, ты видел? Давай, танцуй со мной, танцуй со мной. Да блин, отойдите, чё вы? Ух ты, блин, смотри, по кругу всех лупашит. Психопат. Прыгун. И чё, просто ходит? Ну, высоко прыгает, но не летает ничего. Хорошо. Ну, его одурачить легко на самом деле. О! Смотрите, как он быстрый стал, он же раньше таким не был. Стой, куда ты? Он обиделся, ты чего, куда ты пошел, мужик? Увидел у него какое грустное лицо. А че никого не дамажит? А потому что он на первой стадии, он никого не бьет. Не, он кого-то ударил там леща. Ну в ответ, в ответ. Он уходит куда-то, он обижен. Он терпит удары. Сейчас его, короче, разозлят. О! Вот, все, хана всем, тикайте. Да-да-да, пошел, пошел за подписчика. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Будем вместе с вами записывать, угорать и веселиться. У нас уже больше 30 тысяч. Так, ладно, я его удалю. Картон Маус-киллер. Сразу, да, режим у него плохой? Да. Эй, ты думаешь, я не вижу, что хотел на меня прыгнуть? Я ж не такой дурачок. За мной, да, именно? Два на Серегу натравим. Давай, 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 давай. Ого, смотри, что он делает. Ах ты, как хыш. А ну давайте меня пусть полупашет. А не, я думал, он меня будет о пол бить. О, да он ничего не делает. Да он такой, очень быстрый. Кстати, заметил, что добавили скорость им всем. Они стали намного быстрее. Картон Щип. Картонная овца. Мультяшная овца. Ну и что? Длинношейная овца. Давайте попробуем по ней пострелять немножечко. О, это что она за... О, ножик достал. Сакира у нее, нифига себе там. Ай, блин. Она еще по радиусу. Да, да, да. Ребята, напишите потом в конце в комментариях, как вам вообще новые обновленные монстры Хендерсона. Мне кажется, очень прикольно сделали. Добавили им скорость, они теперь такие, знаете, прям жестко. Она лекается, ты видел? Это я. А. Ну хорошо. Я думал, что это она реально. Она с косой ходила сейчас. Ну да. Что-то она не убит, да? Я так, пацаны, я так понимаю. На меня, давай. Вон косу достал. Достает косу. Ого, накидает взрывоопасные какие-то штуки. Она какую-то гранату кинула прикольную. Эй, овца. Давай, до свидания. Тут три. О, а не, нифига. О, ого. Разозлилась. Ребята, у нее скорость какая, смотрите. Ты что, эй, дурак чела, я буду от... Эй, попал, попал. Я думал, я его убил, Дима. Не-не-не-не, она теперь косу, смотри, не прячет, она у нее постоянно есть.
Кто бы знал, что как овцу можно так разозлить. Не, Серега, ты не попадаешь, наверное, по ней. Не, ну как-то же я ее разозлил. Ну да. На! Всех троих убил, молодец! Минус три. Так, у нас теперь получается есть еще одна стадия овцы. Вот, смотри. Вот уже, это, о, уже это уже сразу, а есть еще и третий, до которого мы не дошли. Ничего себе нафигачит. Ну нафиг, я лучше здесь постою. Как она прикольно бегает за пацанами. Давай, иди сюда, я тебе замочу. Нет, не хочет пацанов так мочить. Кстати, легко обмануть, по кругу бегаешь и все. Хорошо, давайте, есть еще у нас третья стадия. Квадра. О. И что, она просто стоит? Зачем вы стреляете? Она ходит, вот. Вот молодцы. О, разозлилась. О, встал. Молодцы, нет. Молодцы. Испоганьтесь. А ну иди сюда. Ого, она толкается. Эй, лапы свои убери, мы не мытые. На тебе. Хорошо. Картон Чим Демон. Ой-ой-ой, смотри, он и так был быстрый, куда вы его еще добавили, такую скорость? Смотри. Да, вообще нереально от него, ребята, убежать, это псих какой-то. Ну-ка, давай ко мне. А, прыгать не можешь, да? Ну че ты, все. Сейчас, Серега, я сделаю так, чтобы он прыгал. У нас есть еще вот такой вот есть. Только что он за мной сразу агрится, подлюк. О, смотри, что он делает. Как прыгает теперь. Телепортировался. А, он телепортировался? Да. Ой-ой-ой, хотел резко в сторону отпрыгнуть, но что-то пошло не так. Он на меня вообще не агрится. Мне кажется, его вообще невозможно убить. Прощай, Серега. Я живой. А, ты с мечом прыгаешь? Да. Так, ну я проверил, что можно. Так, поехали, Funny Fear. О, ему тоже скорость добавили, они тогда были намного медленнее. Особенно вот этот режим первый. О, смотри, что сделал. Прыгался. Голову откусил, и прям голова... Думал, голова исчезла. Да, голова исчезла, реально. Смотрите, ребята, головы нету. Ну-ка, Сквидварда пусть съест. Сквидвард, пусть тебя съест. А ну-ка. Ого, ты видел, что он сделал? Какую-то магию использовал. Хорошо, давайте, у нас там еще есть. Вот такой вот есть псих. Это тот же самый монстр, только более жестче у него. Ого, кишки из жопы. Он меня просто фарш превратил, Дим. О, вот так вот я заметил, Серега. Он перекручивается, короче, и съедает человека. Но анимация ходьбы, так жопа двигать, это, конечно, стрёмно. Давайте дальше. Ну чё? А, это у нас, получается, третий. Опа, этот уже рычит. Да, прям вообще жестко. Вот это он быстрый. Вот, ребята, это мы вам показываем с одного пака. Есть еще вот здесь, вот они все обновлены. Поэтому мы на следующий ролик перенесем это. Не забывайте смотреть наши ролики. Смотри, что он, Серега, делает. Какой-то псих. Вообще безбашенный, ё-моё. Хорошо, давайте дальше. У нас есть вот такой вот есть гигантус. Ой-ой-ой-ой-ой, все взрывает. Ух, дал возродиться. Вообще жестокий мужик какой-то. И чё? Сейчас как гахнет, наверное, да? Своей жопой. Он меня вроде больше отталкивал, чем убивал. Хорошо. Дом. Блин, они все быстрые стали, очень быстрые. Раньше они были медленные, а теперь они быстрые. Так, хорошо. Убегать нам придется еще быстрее. Так, челепиздрики его. Кыш. Так. О, это тот, который бьет. На, тебе поддыхало. Ой, сейчас. Слышь, я бил одного, он другого дамажит. Так, за мной, пацаны. На меня агрится. Че ты на меня его бил? А, я специально это делаю. Не надо. О, смотри, что делает. Ого, он кинул какую-то штуковину. Ребята, вы видели? Тогда. Он опять кинул.
Опа, опа. Опа, я его пистолетиком убил, это было очень смешно. На, сразу гранаты кидает. Отстань от меня. Давай, давай, давай. Смотри, он кидает просто. А, того пол фигачит. Вот это злой какой-то монстр. На. На. Всех друг друга воет. Слышь, ты такой кипиш навел нормальный. Хорошо. Это у нас Куасарь. Давайте сразу жесткую поставим. Ой, пошла, пошла, пошла. Давай, сейчас как посохом лупанет, если она им будет взрывать, это жопа будет нам. Давайте постреляем в нее. Ну-ка, давай, подразни, подразни ее. Не-не-не-не-не. Ты ж достала посох, я думаю, сейчас она им лупанет. Ай, нет, она это по щам прописала мне. Ох ты! Аж в ушах запищало. Так лупашит. Хорошо. Давайте. Living building. Ёперный театр. Ты что? Ты-то он здоровенный. Мне всегда казалось, что он чуть-чуть меньше. Да-да, он такой и был. Такой же и был, да. Нормально так, пойдет. Ну ничего особенно не делает. Просто смотрит, кого замочить. Ну мочит быстро. Так, и импостер. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ох, он и фигачит. Давайте попробуем с кем-то стравить его. С Хушем, давайте. Будет Хуш с ним драться? Ой-ой-ой-ой. Слышь ты, компостер. О, дерутся, дерутся, не трогайте их. Да, пусть подерутся. Кто кого? Я думаю, что Хуш проиграл. Ну ладно, я угадал. Импостер, Вим. Импостерович. На, такого тебе монстра, подерешься с ним? Выбрал ему, конечно же, противника. По... Ну а что делать? А что ж делать? Пусть дерутся. О, погнала, погнала. Смотри, как он его наказывает. Импостер тоже гнется, там какие-то штуковины делает. Кто кого выиграет? Ребята, напишите в комментариях, пока битва не закончилась. Я думаю, что импостер... выиграет все равно. Да, битва такая серьезная. Тут его прям отталкивает. Но ничего не происходит. Или они будут какую-то магию применять, или что-то взрывать там. А! Импостер проиграл. И пошел дальше всех гасить. Вот это псих. Ребята, это мы вам показали. Всего лишь один пак с монстрами Хендерсона. Еще есть два. Поэтому, если вы хотите увидеть продолжение, где мы обзор делаем и воюем, проверяем, что они могут, ставим плюсик в чате, 100 плюсиков, и мы записываем следующую серию. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, в Инстаграме, в ТикТоке. Ну а всем отличного настроения и всем пока!